будете еще сегодня? Да, порадуюсь. Братья и сестры, да, еще... как была традиция выпускать клубе, она древняя, старинная. Вы много читали, много знаете, я не буду вас утомлять. Поэтому мы тоже присоединяемся к этому празднику, благой вести, благовещению. Будем просить Богородицу, чтобы она молила Бога о нас. Она имеет такое дерзновение. Вот, говорят, даже и апостол Павел, который там с ключами у брат Рая находится, она без его разрешения может кого-то туда своих привести, кто молится. Так что будем просить ее. Спасибо вас, Господи, с праздником всех. Храни вас, Господи, Божья Матерь. Что, попоете еще, пожалуйста? Да, попоем. Мы даже... Так, народ, люди, сегодня принято водить медленные, только медленные хороводы. Вот мы сейчас немножко поводим, да? Бурно веселиться нельзя, еще пост, день конфликтный, тем более, чтоб мы не подрались. Поэтому поводим медленно. Как споманывал парень девчонок в свою сторону, пустите мой Thank you.